Подросток свел счеты с жизнью. ЧП произошло в минувшее воскресенье в Киржачском районе. По предварительным данным, 17-летний молодой человек был инвалидом детства. Подросток состоял на учете у врача-психиатра. В последнее время он общался с девушкой по имени Тамара по интернету. Именно доступ к компьютеру, скорее всего, и стал причиной самоубийства подростка. 20 июля молодой человек попросил брата дать ему возможность посидеть в интернете. Тот отказался. Тогда подросток вышел на улицу и повесился в сарае во дворе дома. Брат начал его разыскивать, обнаружил его в этом сарае, вынул из петли, сооруженной из веревки, вынес на улицу, вызвал скорую помощь. Но врачи констатировали смерть 17-летнего подростка. Сотрудники Следственного комитета ориентированы на тщательное расследование таких случаев в рамках уголовных дел. Здесь подвергнуто будет изучению подробному ситуации в семье, но и также мы должны дать оценку, каков уровень и качество оказания специализированной медицинской помощи предлагался молодому человеку, который с детства состоял на учете у врача-психиатра.